Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Разберемся с вами, как же отключить страховку по кредитной карте Тинькофф Банка. Это такая очень, скажем так, перетертая тема в том плане, что каждый знает, что сейчас при оформлении кредита кредитной карты банк всегда навязывает свою страховку, и каждый человек хочет от нее отказаться, либо там сразу же при оформлении, либо же в момент, когда уже услуга оформлена, успеть там в определенный период, он считается там первые там 10 либо 14 дней, успеть подать заявку для того, чтобы расторгнуть эту страховку и не платить за нее. Что касаемо кредитной карты Тинькофф Банка, там тоже, да, то есть может быть подключена уже страховка, но на основании 3854 Центробанка России от 20.11.2015 года каждый заемщик имеет право отказаться от страховки, потому что страховка по кредитной карте там и по кредитам, она немножечко отличается, в том плане, что по кредитам вам сразу начисляют ее за весь год, а по кредитной карте она будет списываться каждый месяц. Соответственно, оформляя кредитную карту, у вас банк вам предоставляет 55 дней льготного периода на то, что у вас на этот период времени не будут начисляться вот эти все страхования. А по истечении 55 дней каждый месяц будут списываться денежные средства. Поэтому чем раньше вы расторгнете договор по страхованию, тем, соответственно, меньшие потери вы понесете по денежным средствам. Так как же расторгнуть вот это вот страхование по кредитной карте? Ну, самый простой вариант, наверное, у Тинькофф Банка – это позвонить по горячей линии в колл-центр и оставить свою заявку на расторжение вот этого страхования. Кстати, расторжение будет не сразу же в этот момент, а начнет действовать со следующего месяца. Поэтому, если вы в этом месяце уже оплатили страхование, то, соответственно, деньги вам за это возвращаться не будут, за исключением, если вы не будете писать заявление на возврат денежных средств по страхованию. Но в зависимости от того, какая сумма там спишется. А со следующего месяца уже страхование списываться не будет. Также у вас есть возможность это сделать как через личный кабинет, так и через приложение Тинькофф Банка. То есть там зайти в раздел страхования и отключить страховку по кредитной карте Тинькофф Банка. А вообще обязательно, конечно же, при подписании договора и получении кредитной карты удостоверьтесь, что у вас не подключены какие-то дополнительные услуги, такие как там смс-информирование, страхование, чтобы у вас не было вот этих дополнительных списаний, и вы попадали там в льготный период, не пропускали платежи и не платили проценты. Поэтому заранее все проверьте и лучше отключите. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Не забудьте поставить лайк, обязательно подписывайтесь на канал. И всем пока!